И что ж я такое принесла? Наверное, специально для котов, да? Коты. Лёша, смотри, проспишь. Самое интересное. Сейчас будем елочку наряжать. В связи с наличием котов у нас тут сегодня бьющиеся. Ой! Рано еще ее кулять. Том, я ж ее даже еще не нарядила. Скажи, вот, Томас, интересно, появляются и появляются какие-то игрушки на дереве. Одна за другой. Эй, эй, Томазо, Томазо. Порядочный кот должен дождаться, пока ёлку нарядят, а потом уже ее пытаться уронить. Томас. Да, Томас времени не теряет. А это нельзя. Нет, котам такое. Ой, ой. Конечно, очень нравится такое котам, но гирлянды я не вешаю, потому что котики это могут даже случайно съесть. Поэтому никаких гирлянд. Так, поиграться чуть-чуть. Нормально. Да, Лёша? Смотри, что ты проспал. Посмотри. Вот у нас и елочка, а под елочкой у нас Снегурочка. Нет, 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 Томас, я это спрячу. Нельзя котам. Нельзя. Теперь в игру включился Лёша, а он у нас товарищ упорный, славится тем, что любит доводить начатое до конца. Ba-da-b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 a-
Да, что-то у нашего Оси Лёши пошло не так. И несмотря на все его усилия, ёлочка никак не поддается процессу распотрошения. Ну и котенок тоже сдаваться не собирается. При суровой моральной поддержке кота Томаса Лёша предпринимает еще одну решающую попытку. На этот раз дело увенчается успехом. У Оси Лёши все получилось. Каприз с чувством выполненного долга решает, что теперь-то можно и поспать. А Томас с Лёшей с триумфом любуются на дело своих лап. Ну правильно, какой Новый год, если коты ёлочку не поваляют?